Здравствуйте, мы же с вами виделись тут минут 15 назад в моем ресторане, не? Пацаны, если у вас есть какие-то претензии по поводу обслуживания моего ресторана, по поводу того, как я отношусь к вам... А, может, я вам мало заплатил, я чуть не понимаю. Тогда вообще без проблем. Тебе одну золотую монету сверху, тебе еще одну золотую и тебе сверху. А четвертый где? Ну, передайте там четвертому. Пацаны, я не знаю, откуда вы хаммеры взяли, но... Если что-то вам не понравилось. Мы же с вами пели 10 минут назад в моем ресторане там Вишвикутур back time to the good old days. Мы можем новую группу там уже даже сами сделать, там 25 пилотов. Ага. Походу никакую группу мы сами делать не будем, да? Значит, вы никакие нафиг не музыканты. И вы не приехали на какой-то тарантайке, а приехали на хаммерах, да? Мы просто работали под прикрытием. Мы следили за тобой все это время. Ясно. Разрешите поинтересоваться, а как вы вообще тогда пробились в мой ресторан? Я же вас нанял как музыкантов, а вы здесь оказались... Чё? Закрой свой рот! А теперь закрой рот и ожидай главного! А, то есть... Вот оно чё. Я-то думал, кто-то из вас здесь главный, а вот он и притопал. На танке. Хорошо. Мелкий, не высовывайся даже оттуда. Спрячься, сказать. Ёб твою мать, сейчас лом тебе в лицо кину. Здравствуйте. Это мы с вами, да, разговаривали? Скучаешь по своему другу Косте? Да, с вами разговаривали. Ну как вам сказать? Ну типа, с одной стороны да, с другой стороны нет. Ну типа, алканавт еще тот спился, как скотина последняя. Но все же он мой друг. Друг хоть и алканавт, но все же друг. Поэтому, мне кажется, я скучаю так же по Косте, как Костя скучает по своему отрубленному пальцу, который вы мне прислали по почте. Поэтому, ну, можно сказать, что да. Ладно, кота за яйца тянуть мы не будем, и тебя тоже не будем тянуть. Ха-ха, хоть у тебя яиц, наверное, нет. Стоишь здесь с калашом. Я пошутил, если что. Нет, не пошутил. Правду сказал, правда глаза режет, да, небось? Ага. Мы здесь, да, с вами собрались, поэтому давайте обсудим. Мы пришли выдвинуть условия. Ну так давайте как можно скорее условия. И вы не первый человек, который мне в этой жизни условия какие-то выдвигает. Мой босс требует, чтобы в течение 7 дней ты удалил канал. Или через 7 дней будут похороны. Может, давайте я проще вам каждому в задницу по лому вставлю, прокручу там 10 раз, и мы бесплатную профилактику простаты сделаем, не? Не? Никто не хочет провериться у врача Эдуардо, не? Ты составляешь нашему боссу большую конкуренцию. Поэтому ваш босс завистливая скотина, которая хочет, чтобы я удалил свой канал, потому что я ему составляю конкуренцию? Так может, подожди, я не понимаю, а по какому поводу я ему составляю конкуренцию? Я не мэр этого города, я отказался. У меня просто есть ресторан, магазин одежды, бойцовский клуб, реклама по всему городу. Я ютубер, ну в принципе да, я могу кому-то конкуренцию составлять. Но это не значит, что вы сюда можете прийти со своими калашами и мне угрожать мне, вот, чтобы я удалил канал, так еще и моего друга похитить. Кто ваш босс? Так может вы сюда босса пригласите, я с ним буду разговаривать, а не с вами. Я сначала думал, кто-то из них здесь главный, потом я подумал то, что вы здесь главный, а потом оказалось то, что даже вашего босса здесь нет, да? Это секретная информация, а? Кто это там? Я ж тебе говорил, мелкий придурок, чтоб ты со мной даже не шел сюда на эту встречу. Ай, все в задницу просто, все в задницу идет, катится все. Ну я ж тебе говорил, не иди со мной, ну спрячься ты за это сраное дерево, ну мелкий, ну как будто нам проблема. Извините, пожалуйста, я знаю то, что вы мне говорили. Кого? Я знаю то, что вы говорили, чтобы я сюда пришел один, я это знаю, но это же мелкий, это же... Да что вы от него хотите? Да... Вы у ребенка игрушку забрали? Вы у ребенка Пикачу забрали?
мелкий, не плачь, пожалуйста. Я обещаю то, что мы этому дебилу рано или поздно задницу надерем. Я тебе прямо отвечаю. Это твое. Ну, конечно, бородатый 45-летний мужик будет с Пикачу в руках ходить. Ну, ты вообще, я как бы даже претензий никакие выдвигать не буду. Удалишь канал, мы Костю вернем и Пикачу вернем. Слышь, мелкий, они говорят, чтобы я канал удалял на Ютубе. Прикинь? Канал! Чтоб я канал удалил! Сколько у меня дней? У тебя ровно 7 дней. Через 7 дней встречаемся здесь. Ну хорошо, хорошо. У меня тогда есть 7 дней, чтобы подумать. И мы решим, убьем его или нет. У меня ровно 7 дней, чтобы решить, удалять канал или нет. А через 7 дней я с вашим боссом-то хотя бы смогу увидеться, или вы тоже сюда придете? Вот этой компашкой? Или все же... Я, как назло, даже оружие с собой не взял. Ладно. 7 дней, через 7 дней встречаемся здесь, да? А теперь проверяем каждому простату. Разворачивайся, нагинайся, калаш, да. А, да, проваливайте. Хорошо, в следующий раз проверим. Ты первый будешь, кому я проверю, хорошо? Первый, понял? Первым будешь. Пошли, пошли, мелкий, пошли. Ты где? Пошли. Собака, Пикачу у тебя забрал. Сейчас, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Сейчас мы... подожди, воу! Подождите. Я-то самое главное. На эту хрень даже не заикайтесь, не зарекайтесь, даже не смотрите. Это мелкого. Пошли, мелкий. Собаки. Чё с вас ещё взять? Давай, садись, мелкий. Поцарапал ему танк. Вот я хулиган настоящий, ага. Ёперес это, да я случайно. Мелкий. До сих пор не научился кататься. 7 дней, чтобы удалить канал. Интересно, девки пляшут. Давай, давай, мелкий, на меня. Потихонечку. Чуть-чуть на газ нажимай. Сцепление придерживай, потом на тормоз. В меня не врежься. Вот давай, на меня. И вот здесь паркуйся. Вот здесь, внутрь заезжать не будем. Вот здесь останови свою тарантайку. Ага, все, пик-пик, сигнализация, поехали. Не достанешь. Опа, пошли. Давай. Какой-то босс отправил своего начальника охраны. Начальник охраны свою охрану взял. Своя охрана свою охрану взяла. А та своя охрана еще свою охрану взяла. То есть у каждого есть охрана. У всех, даже у охранника есть охрана, чтоб ты просто понимал. Опять этот заяц бешеный. Реально его уже просто на крылиное рагу пущу. Я какому-то чуваку составляю конкуренцию. Как я понял, конкуренцию именно на Ютубе. И он хочет, чтобы в течение 7 дней я удалил канал. И как он сказал, или он зарешает Костю и сожжет Пикачу, или все же я удалю канал. И вот у меня такой вопрос к своим подписчикам. Что мне делать? Кого мне выбрать? Или Костю, или нахрен удалить канал. Или я честно, я даже не знаю. Вот скорее всего, тут действительно только подписчики могут решить, мелкие. Мне нужно просить помощи у них. Давайте сделаем так. Я не буду удалять канал. И мы с мелким придумаем какую-то альтернативу тому, чтобы найти выход из этой ситуации. Я хочу попросить каждого, кто не подписан на мой канал прямо сейчас. Только ты можешь решить эту ситуацию, только ты мне можешь помочь выкрутиться как-то из нее. Если ты еще не подписан, пожалуйста, вот давайте всем на этой серии, те, кто еще не подписаны, подпишутся на этот канал, чтобы просто собрать настолько огромную семью подписчиков, чтобы мы этой скотине просто банально дали знать, то что никакой канал мы не собираемся удалять. Или все же, если я увижу то, что никто не подписывается... Тогда мне просто банально нет смысла его дальше вести. Это уже практически 130-я серия жизни ютубера. Понимаешь, несколько дней назад, 23 июня, был ровно год, как я записываю жизнь ютубера. И сейчас банально все может пойти по одному месту, понимаешь, мелкий? Из-за того, что появился какой-то шкет, который банально мне завидует. И который хочет, чтобы я удалил канал. И это даже не менеджер. И это я даже не знаю, кто, у кого есть такие связи. Подпишись на канал, чтобы банально спасти эту ситуацию. А я с мелким...
мы что-то с тобой придумаем. Был говяный мэр в городе, мы решили эту ситуацию. Было еще что-то там, мы решили эту ситуацию. Да нет такой ситуации в этом сраном городе, которую мы с тобой не можем решить. Ну, конечно, если подписчики помогут. Ой. Мелкий, там твоя вот эта невеста будущая пришла. Ладно, вы там давайте поцелуйтесь, пососитесь хотя бы. А, я камеру, кстати, забыл в предыдущей серии. Я ж снимал свиданку мелкого. Ну все, хватит там эти муси-пипуси, сисюси. Заходи, Аленка, здравствуй, дорогая. Здравствуй, невестка моя. Я могу ее уже невесткой называть, мелкий? Хотя, как, о какой свадьбе можно думать вообще в 7 лет? Давай, садитесь, Аленка. Это мадмуазель с этим мадмуазелем в предыдущей серии засосались. Да. Если ты не видишь, если ты думаешь, мелкий, то что я это не видел, я все видел через это окошко. Я за вами наблюдал. Они прям друг другу водохранилище-то очень сильно смочили. Прям гланды ополоскали, прям зубы даже пощекотали. Я видел, мелкий, это все в предыдущей серии. Убери рогатку. А если ты не видел, как они там друга... Да все. Если ты не видел, как они там друг другу аглаглаг делали, прямо сейчас надо мной подсказочка, тыкни и просто посмотри, на что эти шкиты малолетние вообще, в принципе, способны. А-а-а, нашел себе девушку, да? В общем, все, нам нужно отвлечься, нужно сделать банальные дела какие-то. У нас есть 7 дней, у меня есть 7 дней, чтобы придумать какой-то план. Давайте за мной, давайте. А сейчас банально нужно от этого всего отвлечься. Нужно пойти, я не знаю, за коммуналку заплатить, за коммуналку. Опа, Аленка у нас летать умеет, я не знал, Аленка, ты что в воздухе зависла? Не, мелкий, не, слезь. Аленка пешком будет ходить, да? Опа, все, закрывай, никто там его не старотыбзит. Пошли, я-то читаю все комменты подписчиков под своими сериями, и последние примерно 4-5 серий жизни ютубера мне все спамили, что Мэдисон наконец-то заплатит уже за эту сраную коммуналку. И на самом деле так и надо. Вот сейчас, когда у меня есть хотя бы денек на то, чтобы поразмышлять, пораскидывать мозгами, ой, здесь до сих пор палец этот валяется, Костин, здесь коммунальные услуги за квартиру 22 золотые монеты, за магазин одежды 8 золотых, то есть получается 30 и... 44 монеты. Ядрить, колотить. Ладно, давайте потопаем. 44 золотые монеты. Главная проблема заключается в том, что у меня сейчас никакой прибыли нет. Магазин стоит. Ресторан стоит. Бойцовский клуб, ну я в нем один раз только был. И что мне-то делать? Короче, дети мои, дорогие, молодожены. Ну, молодоженами вы будете через лет 15, но ладно, это просто так. Какие 15? Через 20? 15. Как только мы или выкрутимся, или не выкрутимся из этой задницы, ну, тогда я и открою и магазин, и ресторан. Если я все же канал удалю, тогда я буду бабки варить с ресторана. Я не... Хотя кому я нахрен тогда буду нужен, когда я удалю канал? Ой, надеюсь, что нормально так человек сегодня на канал подпишется, чтобы все же меня не заставил этот пописяка удалить канал. Здравствуй, Степан! Здравствуй! Здравствуй, банкир! Так, 44 золотые монеты здесь мне тебе нужно отдать. 43, 44. У меня в запасе 5 золотых монет осталось. Прекрасно. Стоять! Кого? Степа, Степочка, Степан! Дети, лучше вам такое не видеть. У тебя опять горе в семье какое-то, да? Руки вверх! А! Маразматик старый, это я! Прием, какие руки вверх? Ты меня опять не узнал? Степа, с ума сошел? Опять спился, походу, здесь горе. Ну ладно, давай рассказывай, что на этот раз. Степ, тебе не кажется, что, ну, действительно, пора уже заканчивать? Ну, сколько можно бухать? Ну, не ваше дело. Ну, никогда не наше дело. Но проблема в том, что мы тебе уже не знаю, сколько раз пытаемся истину донести. И я не знаю, сколько раз мы тебе пытаемся помочь банально, чтобы ты перестал бухать. Костю закодировал, собака, сказал, и тебя закодирую. Походу, мы завтра идем к Геннадию и реально просто ставим тебя на учет. Чтоб ты больше не бухал в этой жизни. Да, Степа? Ты чё сказал, подонок? Ой, нет, там все, короче, Белочка пришла, там дырочку в мозгах у него прогрызла. Походу, Степаныч вообще уже ничего не соображает. Я чё-то не понимаю. Вчера приходил... Летний Дед Мороз и каждому, кто есть в этом городе, калаш раздавал, а меня
как-то стороной обошел. Где мой калаш, собака? Почему у каждого человека на этой планете калаш есть? Степа! Степа! Степ! 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 Я не знаю, что ты задумал, но мы, наверное, пойдем. Мы, в принципе, заплатили твои дела, твоя бухаловка. Вот, забирай это. Валите. Да все, 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 валим, валим, валим. Дети, выходите. Ёб твою, да вы все, уходим, и придурка, кусок. Валите, давайте, давайте, давайте. Стёпа, иди в задницу. Стёпа. Ёпэ. Иди сюда, дети, быстро, 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 быстро. Походу, наш местный охранник с ума сошел. Ты кони там двинул вообще. Стёпа. Да отстань ты от нас, ёханый ты бабай. Да бухай ты там сколько хочешь, вообще не мое дело. Стёпа. Выпей водички негазированной, вот выпей, выпей, успокойся, дети, за мной, быстро, 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 быстро в Икею, давайте спрячемся, если что, вы нас собаки не видели, давай, 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 дети, быстро за мной, быстро за мной, быстро за мной, с ума, просто весь город ютуберов в одну серию резко с ума сошел, я не могу, это собака на улице стоит. Сама ты сволочь, пописяк это такая. Дети, 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 дети. Яло. Ага, да себе зубы выбей, алкаш проклятый. Дети, сейчас мы не будем туда спускаться, потому что он там внутри ходит, он походу сейчас там даже спалит. Давайте я ломаю стекло, через стекло выпрыгиваем, просто валим ко мне домой. Сейчас я ключ достану, вот ключ у меня, ёперес, это дайте ключ сюда. Бежим ко мне домой, закрываемся дома и не выходим в ближайшую неделю, через... Ой, он там ходит. Давайте, дети, на счет. Раз, два, три. Раз, два, три. Давайте, давайте, давайте. Быстро, 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 быстро. Быстро. Стёп, ёпер. Бегите, 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 бегите. Это еще кто? Здравствуйте. Где эта гнида? А, ну знаете, я даже не буду уточнять, про кого вы говорите. Вот она. Стёпа! Тебя тут ищут! Стёп, да подойди, Стёпа! Ага. Стёпа! Стёп! Побежали, побежали, побежали! А то эта мадама сейчас его просто... Сейчас его просто же загонит. Михалыч, Михалыч, мы здесь себе немножко сломаем, давайте через магазин пройдем. Так, Михалыча здесь как раз таки нет, поэтому нам повезло. Стёпа! Стёп! Да куда они убежали, я их потерял с виду. Ой, ну все, там крышка, походу. А, вот они. Ну подожди, а что сделать? Ну алкаш алкашом, ну типа бухает каждый день. Ну я ему сколько раз я ему уже говорил, не пей ты, пожалуйста, Стёпа, не пей. Он мне ныл 30 раз, то что его жена не понимает. Ну как раз таки, может, жена его не понимает именно из-за того, что он бухает каждый день как не в себя. А, вот они бьют. Боевая, боевая женщина. Стёпа, беги, беги, пока можешь. Ага, молодцы. Ой, господи, помилуй. Ладно, все, мелкий, я после такого дебильного, сумасшедшего дня, все, я говорю, как будто вся планета в один день просто чокнулась. Я не знаю, что сегодня произошло, но, мелкий, мы идем спать. Вот сейчас уже скоро ночь, Аленка, до свидания, ядрить вот это, в это, вообще, в... Заходи, мелкий, заходи. Давай. Заходи. Да чё вам надо-то? Вы хотите, чтобы я что-то понял? По-русски, пожалуйста, жестами. Русскими жестами покажите, а то я ничего не понимаю. Ага. Ну я также ни хрена не понял. Аленка к нам хочет в гости? Аленка, ты к нам хочешь? Только не говорите, пожалуйста, то, что мне на голову свалился еще один спиногрыз, которому негде жить, и он будет как мелкий. Я мелкого усыновил. Сейчас еще вот эту чупакабру должен, ну, в смысле, твою девушку должен усыновить, удочерить. У тебя есть родители? Скажи, пожалуйста, что да. У тебя есть родители? Слава богу. А ты просто хочешь сегодня у нас переночевать, да? А вам не рано в 7 годиков вместе ночевать? Не?
хорошо, мне самому интересно, что с этого получится. Заходите. Да подождите! Подождите, для кого? Идите сюда, идите сюда. Для кого это здесь написано? Вы... Вот, для кого? Ноги вытри, пописяка. Ноги вытерли и только после этого зашли. Давай, 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 давай. Молодцы, молодцы. Так, здесь моя комната. На мою комнату даже не смотреть, даже сюда не заходить, даже не дышать в мою сторону. Вы будете спать здесь. Только не вместе! Так, Аленка, ты будешь спать здесь, а ты мелкий... Иди сюда, иди сюда. Ты будешь спать вот здесь. В коляске. Давай, давай, на коляску. На коляску быстро. Ты с ума сошел. Односпальная кровать. Как ты хочешь здесь с Аленкой спать? Мелкий, вот сюда, быстро. Быстро. Быстро сюда, я сказал. Или на уточке можешь спать. Но там бассейн, лучше вот здесь в коляске. Давай. Аленка, ты спи там, или можешь на табуретке спать. Как хочешь. О, мелкий, так у тебя еще один Пикачу есть. А второй откуда был? Аленка, ты главное на вот это не смотри. Тут запрещенные секретные файлы 18+. Поэтому я вам всем желаю заранее спокойной ночи. Чтоб ночью я не слышал что-то наподобие вот такого. Ну вы меня понимаете? Чтоб я ничего не слышал. Чтоб баю-баюшки, ёпты баю, уже прям через пару минут было. Все, двери закрываем, чтобы сквозняк задницу не продул. Дети мои, удачи вам в жизни, до свидания. Чтоб завтра утром проснулись. А мне кажется, то, что я завтра утром не проснусь. А вообще, знаете, как, в принципе, можно закончить эту серию? Вот что делать, когда вот такая задница в жизни происходит? Ну, в первую очередь, как я сказал, если не хочешь, чтобы я удалял канал, подпишись на него. А во вторую очередь, в принципе, если что... До свидания. Я в окно.